Всем привет! После школы я решила отдохнуть и легла ненадолго поспать. Вот тут я уже проснулась и начинаю смывать макияж, потому что с макияжем нельзя спать. Зацените, кстати, какой у меня вырос цветочек. Ему тут буквально неделя, и он вырос. Также смотрите, какую крутую мне свечку подарила моя подруга. Ну, дальше, после этого всего я начала делать уроки. Я сделала домашнее задание по биологии. И также я решала пробник по истории. На следующее утро я выпила воды и начала собираться. Я пошла умылась, провела там бьюти-процедуры и начала одеваться. Вот так вот я собралась и уже выхожу на учебу. Я иду. Все по-прежнему иду. Когда я пришла домой, у меня был ужин, сделала апельсиновый фреш, а дальше у меня были водные процедуры. Всем